наблюдать. Скорее всего, это будет удар, заброс. Не буду через пас разыгрывать, ребята. Свисток был. Заброс. Опасно. Довольно-таки опасно. И угловой. Заброс и гол! Открывается счет! Ранний гол! Потрясающий! Сейчас в центре поля просто подкидывают. Мяч остается у AMC. Потеря мяча. Очень непонятном моменте. А вот удар! Опасно! Опасно! Сейчас очень хорошо. Стенка выстроена. По свистку. Свисток прозвучал. Разгон. Выше. Очень опасно, очень понарастающий. Отворот. Кипер выводит мяч дальше центра. И голассо! 2-0! Просто нечто! Прям перед носиком. Ребята, фиолетовым. Заброс, штрафную, обработка и гол! Голассо 2-1, отлично, интрига возобновляется, что-то подсказывает мне, что это AMC. Двадцатый номер, это Исмаилов Эльдар бьет, очень-очень хорошо, но кипер спортлидера, не изделие спортлидера и футболистам оборонительных резервов, которых непосредственно касается Сие, стоит неким образом реагировать. Сейчас очень опасный момент. Не смог. Девятый номер только что вышедший на замену. Вы, наверное, слышали главный тренер спортлидера. Гасик говорит, оставайся на подбор. Остальные заходим. Так, заход теперь мяча уже. Да, рядом, ой, рядом, ой, рядом. Сейчас мог быть гол в раздев. Симметрично другого. Удар за предел штрафной, выше ворот подставил, ногу очень хорошо сейчас. Пас вновь разводят. В отборе очень хороша защита AMC. Очень хорош. Пас просто великолепный, разрезающий, можно делать больше счет, но кипер умница. Один футболистом, который бегут с центра, взяв мячик. Какая же из команд нас обрадует. Хорошо сейчас играла защита. Удар из-за пределов. Хороший причем удар. Это 90. С травмами у AMC тоже есть некие проблемы. Отбор очень правильно совершен, говорит судья. Удар из-за пределов штрафной. Вновь достает 88-му номеру мяч. Гол! Голассо! Он как он это вывез просто! Оставаться не очень-то хочется. Счет-то позволяет, но нельзя почивать на лаврах. Ребятам нужно не только закрываться. Удар мощный 11 номера мимо ворот. Не мог бы себе простить, пожалуй, третий номер. Если... Это Волков Пахрудин получает желтую карточку еще. Удар за предел штрафной. Опасно! Опасно! Неудивительно, пожалуй. Спортлидер пытается воспользоваться данным моментом. Удар опаснейший, но кипер! Волков похрустит. Это становится, голкипер устанавливает стенку. Конечно же, тянуть время сейчас на AMC играет. Но что делать? Такая жизнь, что бывает, да? Удар отличный! Ну как спасает вратар? Просто потрясающий матч, друзья, разогнались. Из этого огня в глазах можно прикурить. Но мы за здоровый образ жизни. Вся федерация футбола, любительского футбола, все за здоровый образ жизни. Конечно же, все с утра до вечера занимаются спортом. Удар! Что сейчас было? Нойер! Просто у них волк на воротах. Волк! Вообще не чувствуется, что команда AMC меньше футболистов. Это просто... Они на этот матч настраивались просто жестко. Голассо! Голассо! Отлично! Он выбил далеко. Обработка мяча! И что сейчас? Нету! У-ху-ху-ху! Сайфуллин Ислам, ты просто...
апеллируют очень сильно AMC-шные. Удар издалека тащит! Волк! Просто волка! Волка похудин! Что творит? Завершен матч! Поздравляем AMC! Это было нечто! Это был Галим!